Xiaomi представила сегодня беспроводной вакуумный пылесос, как топовая модель Dyson, только в 4 раза дешевле. Как и говорилось ранее, сегодня компания Xiaomi представила свой новый продукт. Беспроводной вакуумный пылесос Midja Handheld Wireless Vacuum Cleaner. Новинка близка по характеристикам топовой модели Dyson V11, но стоит при этом $195, а не $1000. Пылесос оснащен инверторным двигателем со скоростью вращения 100 000 апмин, пятикомпонентной системой фильтрации, удерживающей до 99,97% пыли, в том числе мелких частиц PM2,5, диаметром до 2,5 мм, 4 многофункциональными насадками. Автономность новинки составляет 30 минут. За это время, по подсчетам создателей, можно убрать пространство площадью 160 квадратных метров. Мощность бесщеточного, вентильного, электродвигателя пылесоса составляет 350 вторник. Мощность всасывания в режиме максимальной производительности – 23 копейки Па. Если в том же Dyson V11 двигатель создает 14 циклонов, то в модели Midja их 9. Тем не менее, эффективность от этого страдать не должна. Более того, аналогичных моделей на рынке, оказывается, не так-то и много. Они есть у Dyson, LG и вот сейчас у Midja. Корпус пылесоса весит 1,5 кг, емкость аккумуляторной батареи составляет 2500 мАч, уровень шума сообщается только в стандартном режиме работы – 72 дБ. Новинку можно будет заказать с 9 апреля на платформе коллективного финансирования Xiaomi за $180. В розничной продаже пылесос будет чуть дороже – $195.